Всем привет, ребята! Не знаю, как у вас, а у нас просто неимовернейшая жара. Последнюю неделю вот так вот каждый день 30-32, просто невыносимо. И я вспомнил про то, что у меня есть вот такой вот ice cream maker, то есть аппарат для приготовления мороженого, который я когда-то купил на сайте AliExpress. Я уже снимал с ним несколько видео, делал разные виды мороженого, и сейчас хочу тоже сделать какое-то интересное мороженое. Вообще, из всего, что я делал раньше, мне больше всего понравилось мороженое из бананов. Делается очень-очень просто. Сначала очищаются эти самые бананы от кожуры. Кладем бананы на тарелочку и запихиваем в морозилку на ночь, чтобы они хорошенечко замерзли. И вот наступило утро, бананы полностью замерзли и можно приступать к приготовлению мороженого. Единственное, что я забыл, это их порезать. Может быть, попробуем сломать? Да, ломается прекрасно, это хорошо, иначе я уже думал, как я буду запихивать туда. Так, есть, сюда у нас в этот стаканчик будет идти мороженое. Ну а вот сюда сверху нужно закидывать кусочки бананов. Так, есть, включаем нашу штуковину. Блин, какая же она шумная. И вот такое вот, смотрите, получается прикольное, мягкое такое, смотрите. Ну, короче, офигенное просто мороженое. Я бы еще взял какой-то сироп, у меня есть вот кокосовый сиропчик. И так немножечко полил бы его. И вообще получается офигенная штука, как будто сливочное такое вот, смотрите. Сейчас попробуем кусочек. Вот, небольшой. Просто какая-то бомба, ребята. Офигенно. Банановое просто идеально. Смотрите, какое оно. Ну, тянется, как будто крем-брюле. Класс. Просто вкуснотища, ребята. Ну, только посмотрите. Няма-няма. В такую жару это то, что надо. Класс, ребята, наелся я мороженого просто до отвала. В такую жару это просто наслаждение. Ну а теперь, ребята, можно и подурачиться. Я решил сделать какое-нибудь очень необычное мороженое и попробовать его на вкус. И это будет мороженое из огурцов и помидоров. Точнее, два вида мороженых. Для начала нужно все это заморозить. Маленькие помидорки я заморожу целыми, а большие порежу пополам, чтобы они влезли в ice cream maker. Огурец также нужно разрезать на 4 части. Вот так вот укладываем все ровненько и отправляем все это в морозилку. Итак, все замерзло. Ребята, вы когда-нибудь видели замерзшие помидоры? Звук как будто камень. Это жесть. Ну что, первое будем, наверное, делать мороженое из помидоров. Забрасываем их сюда, прямо в наш ice cream maker, до самого верху. Подставляем тарелочку и включаем. Как только я включил аппарат, он начал очень сильно вибрировать и скакать по столу. Я даже немного испугался, так все тряслось, но мороженое не вылезало. Тут я посильнее надавил на помидоры, и мороженое начало потихоньку вылезать. Вау, класс, получается!
Это жесть, ребята. Я думал, у меня стол подпрыгнет. Как оно сильно вибрировало. У меня все прям здесь полетело. Где-то была ложка. Вау, ребята, смотрите. Мороженое. Мороженое из этих, из помидорчиков. По вкусу на томатный кетчуп похоже. Только не соленый. Так, где она? Где она, моя ложечка? Вау. Ребята, это нужно пробовать. Холодное. Слушайте, прикольно. Это пошло бы, правда, к какому-то мясному блюду. О, слушайте, а давайте польем кокосовым сиропчиком. Интересно, что из этого получится. Так-с. Ну. Какой необычный вкус, ребята. Слушайте, стало похоже на арбуз. Я не ожидал. Я никогда не ел сладких помидоров. Необычный вкус. Ну ладно, сейчас это все помою. И будем делать мороженое из огурцов. Итак, переходим к огурчикам и будем делать огуречное мороженое. Мне уже прям не терпится его попробовать, какое же оно на вкус. Итак, включаем. Так, что-то там заклинило, но все-таки немножко мороженого получилось. Сейчас посмотрим, что у нас там. Наверное, нужно бросать по одному кусочку все-таки. Да, ребята, получилось. Все-таки надо было бросать по одному огурцу. То же самое надо было делать с помидорами. Вау, вау, ребята, смотрите. Мороженое сейчас будем пробовать. Мороженое из огурца. Какое освежающее. Ну... Опять, я бы сказал, соли не хватает. Но я хочу все-таки попробовать налить сладкого сиропа и попробовать, что из этого получится. Кстати, мне дедушка рассказывал, что он очень любил огурцы с медом. Так что, может быть, это и вкусно. Сейчас попробуем. Так-с. Кстати, что-то в этом есть, вы знаете. Это интересный вкус. Ням-ням-ням. Да, но это, конечно, извращение. Мороженое из огурцов. Вот так вот оно выглядит, если вы не знали. Конечно, из бананов намного вкуснее, но это было интересно попробовать. Попробуйте, сделайте. Я думаю, вам понравится. А может и нет. Да, это, конечно же, все очень вкусно, но есть я, конечно же, это не буду, а то мало ли чего случится. Вот так вот, ребята, мы подурачились, мне лично понравилось. Если вам тоже, обязательно ставьте лайк. Ice Cream Maker очень крутой, кстати, до сих пор продается на Алиэкспрессе. Я оставлю на него ссылочку, кому интересно, можно заказать, тем более сейчас, наверное, скидка в конце лета на него точно. Ну а я с вами прощаюсь на сегодня, желаю вам хорошего настроения и побольше летних хороших деньков. Всем пока!